Друзья, всем привет! С вами Михаил Рудеев и канал Boston Technic. Сегодня у нас на обзоре, а также на реализации вот такой красавчик. Трактор New Holland T8.410. Друзья, данный трактор 2019 года выпуска с минимальной наработкой 2150 моточасов. Реализуется трактор на спарке. То есть все, как вы видите на видео, в таком же состоянии он и будет ждать своего покупателя. Так, сейчас проведем визуальный обзор. Резина в идеальном состоянии. Износ процентов 5. Также с другой стороны. Никаких боковых порезов нет, не видно. Все в идеале. Цилиндры без какой-либо масляной течи. Все сухо. Двигатель здесь, друзья, шестицилиндровый, ивековский. Номинальная мощность данного двигателя 340 лошадиных сил, максимально 410. Повторюсь, трактор в идеальном состоянии. Никаких капиталовложений на текущий момент не требует. Полностью обслужен. Задняя резина. Навеска, тяговый брус, ВОМ, все в идеальном состоянии. Остекление все цело, нет никаких сколов, трещин. Сейчас, друзья, поднимемся в кабину. Также, друзья, напоминаю, в нашей компании Boston Technic технику и оборудование можно приобрести в лизинг, кредит, и также за наличные средства. Также являемся партнерами нескольких банков. Для наших гостей будут сформированы лояльные условия. Друзья, кабина просторная, хороший обзор. Все чисто. Все ухожено, даже нет пыли. Рулевое колесо, кондиционер, музыка, магнитола. Все в прекрасном состоянии. Также, друзья, все, кто заинтересовался, звоните, пишите, обращайтесь, задавайте свои вопросы, кому будет необходимо дополнительная какая-то информация или более детальный осмотр, договоримся с вами о встрече. Всем спасибо за просмотр данного видео. Пока-пока.